Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 13 сентября. Память святых мучеников Филевка, Стратоника, Кранида, Леонтия и Серапиона. Святой Филевк был из Галатии, Стратоник из Никомедии и Финийской, Кранида, Леонтий и Серапион из Египта. После многих мучений мучители связали святого Краниду, Леонтию и Серапиону руки и ноги и бросили их в море. Морские волны выбросили их святые мощи на сушу. Ангелы повелели христианам предать их погребению. Святой Селевк пострадал в Галатии. Его много мучили различными муками и, наконец, предали на съедение зверям. Святой же Стратоник пострадал так. Вифинийский правитель велел привязать его после многих мучений к двум пригнутым ветвям дерева, затем отпустил эти ветви, и святой мученик был разорван на две части, и так предал Богу дух свой. Мученичество их относится к третьему веку. Кранид Леонтий Серапион после многих мук потоплен в море в Египте около 237 года. В Александрии при Максимине Первом. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.